34-летний Николай Паньшин и 30-летний Артем Белоглазов бежали из интерната для душевнобольных в Канске еще в начале июля. Оба мужчины нуждаются в помощи медиков, поэтому началась масштабная поисковая операция. Беглецов искали полицейские и волонтеры. Их нашли буквально через неделю за сотни километров от Канска в селе Шушинское. Известно, что нашли их представители правоохранительных органов, у которых была ориентировка на беглецов, сопоставив приметы, пациентов задержали. После предварительного разговора, значит, они были доставлены в одно из социальных учреждений нашего министерства, где находится и по сегодняшнее время. Значит, в настоящее время силами нашего учреждения, значит, отправлена машина с работниками учреждения для сопровождения их по основному месту жительства. В Канском психоневрологическом диспансере мужчины живут около полутора лет. Они были доставлены из других учреждений и ранее уже пытались бежать. После того, как их вернут в диспансер, с беглецами проведут профилактические мероприятия. Добавим, сотрудники диспансера уверяют, что их клиенты не опасны. За год бывает до 5-7 самовольных уходов с территории. Кто-то приспосабливается и может скрываться несколько месяцев. Однако всех возвращают в диспансер.